это важно. Новость взята из открытых источников. РИА Новости. 16 ноября 2020 года. Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус. Срок выполнения теста на COVID-19 ограничили 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Помимо этого, теперь выписывать пациентов, перенесших коронавирусное заболевание, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух. В случае положительного результата повторный анализ возможен не ранее, чем через 3 дня. В службе уточнили, что выписка из стационара на амбулаторное лечение разрешается до получения отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР. Исключение – заболевшие, проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах. Контактировавшим с больными COVID-19 больше не нужно сдавать тест на коронавирус. При отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции. По последним данным, в России с SARS-CoV-2 заразились 1 948 603 человека. Из них почти 33 500 погибли, свыше 1 450 000 вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 22 778 заболевших. Рекордный показатель с начала эпидемии в стране.